Накануне в Краснодаре выбрали самых влиятельных женщин Кубани в этом году. Конкурс проводит издание «Деловая газета Юг» и «Краснодар Мэгазин» уже 6-й раз. Голосование в интернете проходило с конца марта по 8 апреля. И вот стали известны имена самых влиятельных женщин. Кто они и для чего нам их знать, расскажет Виктория Герус. И когда сейчас мне вручили это, мне кажется, это аванс, причем такой очень значительный. Первую награду получила Юлия Смелых. Телерадиоведущая обошла 6 соперниц в номинации «Лидеры мнений». За ее кандидатуру проголосовали почти 800 из 2000 интернет-пользователей. Именно они выбирали победителей в последнем этапе конкурса. Но сначала экспертный совет из сотен заявленных участниц определил всего 49 претенденток на звание самой влиятельной женщины Кубани 2018. Оценивали не популярность персоны, а ее заслуги. Показать эти заслуги. Это необходимо, чтобы для кого-то дать пример, может быть, кому-то создать условия дополнительной мотивации, чтобы кто-то смог тоже раскрыться и показать себя, стать максимально полезным обществу. В зале самые успешные, амбициозные, деловые и красивые женщины нашего края. Они стремятся к большему и добиваются все новых высот, даже в таком непростом мире, где тон задают мужчины. Среди номинанток и директор телекомпании «Краснодар» Елена Золотова. Мы не должны сбавлять этих оборотов, мы еще больше должны занять. И эта премия, конечно, способствует тому, что мы становимся сильнее, увереннее в себе и занимаем самые главные позиции, отодвигая мужчин с других главных позиций. Спорт, бизнес, наука, культура, медицина – сферы, где ежедневно трудятся эти женщины. Также распределены и номинации конкурса. Неподражаемая Ольга Кипель, первая ведущая телекомпании «Краснодар», а сейчас руководитель дирекции Первого радио Кубани, получила поддержку половины всех респондентов. За нее проголосовали почти 900 человек в номинации СМИ. Руководитель приюта «Краснодок» Наталья Дубницкая получила статуэтку за спасение бездомных животных. Эта награда уже вторая за 6 лет. А гран-при и специальный приз за вклад в научную деятельность присудили проректору политеха Светлане Колманович. Я стараюсь влиять на то, чтобы привить своим студентам тягу к знаниям, чтобы наряду с отличной хорошей учебой они занимались научно-исследовательской работой. Я влияю на то, чтобы те люди, которые... Или мне очень хочется, чтобы те люди, с которыми я рядом работаю и живу, были счастливы. Они не кричат о своих заслугах, но очень важно, чтобы влиятельных женщин знали в лицо и брали с них пример. Виктория Герус, Артем Статюха, телекомпания «Краснодар».